Всем здорово, ребят. Ну что, прошел битву гильдии, реально психанул, решил забрать и дособирать плюшечки. Ну и, соответственно, получить лисичку и прокачать ее для дальнейших тестов. Нам останется только некоторые герои. Сейчас мы с вами заберем акции, посмотрим, пооткрываем плюшки. Так, поехали. Чест бах. Сейчас только хопс, метрушка на третьей нету, по-моему, да? О, нифига себе, сейчас тут будет рипстер, нету? Да ладно. О май гад, дуэлянт. 500, ну просрем. Нифига себе. На седьмой тоже нету. У-у-у, трейс карды. Я заберу. Я думаю, такие плюхи надо забирать. Реально классно. Реально плюшки классные. Так, поехали дальше. Это одна из топовых акций. Ну и это, конечно, тоже, если пару кругов пробежать, у вас улучшатся награды. Смотрите, уже 1000 камней. Бум. 2 осколка. Ну, что мы тут за 2 можем взять? За 4 камешки. На Бугича. Заберу на супер. Солнце, может, какого-то супербета качнем. Так, вот тут вот тоже интересная темка. Оу, это хорошо. Токены. Правда, 5 штук. О, это получше. Еще было бы неплохо пятерик словить. Но, конечно, как обычно, мы нифига не словим. 3 раза подряд токены не падают. Так, и что у нас в итоге есть? Какие варианты? Есть сундуки и есть эссенции для прокачки. Мы так и сделаем. Заберем и сундуки, и эссенции. Будет, думаю, правильное решение. Accumulation. Тут у нас вряд ли что-то есть. Тут у нас должна быть попыточка. Отлично. Плант не будем, проспектор, ну я не знаю, забежим, жмакнем разок. Посмотрим, что получится в итоге. Такое себе. Такс. Хорошо, дальше что у нас? Все? Это все? Походу, да. Так, билд, островок, что у нас на островок? 200 пыльцы. Так, ну давайте. Блин, мы лиса и так сейчас соберем, я думаю. Забираем плюхи еще дополнительно. Посмотрите, сколько всего. Реально кайф. Так, делаем, чистим немножко склад. Потому что сейчас дофига всего надо будет пооткрывать. Открываем сундучки, карточки. Ну, нам, по сути, с этих карт реально столько всего не надо. Ух, кто-то подписался. Красавчик. Так, давайте эти откроем. 5, 20, 40. Нормально пойдет. Так, лисичка. Сундучки. Надо будет лиса прокачивать. Кого там нам еще надо прокачать? Посмотреть, пройтись по всем линейкам, прокачать всех героев и вкачать хотя бы 13 скиллы. Ну, конечно, нам ресурсов на всех не хватит. Фиолетовых этих камней надо дофигища, но у нас хоть какие-то более-менее шансы будут для прокачки на 14. Хотя я не хочу особо силу раздувать. Раздуем силы, будет все печально. Так, отлично. Отличненько. Так, ну вроде все, все пооткрывали. Так, 10-я чи. Ремочка неплохо, поддержка тоже отлично. Огонь, ну мне десяток здесь как раз не хватает.
Так, это питомцы наши. Ну, сколько у нас там по лисичке? Давайте откроем. Сколько там у нас не хватает? Я уже даже не помню. По-моему, 14 не хватает для лисы. Зефира еще даже одного собрали. 190, 10 штук. Ну, тут без вариантов однозначно мы дособираем сейчас его. Чик. 19,8. Я офигею, сколько сумок мы открыли. Это просто жесть. Да, ну что, можете меня поздравить. Теперь у меня еще плюс не один, а плюс два недостающие героя. Это Лис и Мишаня. Плюс два. Плюс две имбы, короче. Все, нам осталось еще по минималочке пройтись. Сейчас посмотрим, чего там нам не хватает. Вот так вот. На изи собрали. Не понял. А, тьфу ты, это скины. Думаю, что за фигня. Не понял сначала. Думаю, нифига себе, как это он у меня осколками очутился. Думаю, вообще офигеть. Так, ладно, его можно докачать. Мэри. Ну, конечно, тут до 20-х далековато для многих героев. Ну, в принципе. Да, это не основа. Даже на Ронина, даже на Вольта, нифига себе. Сколько всего. Я чувствую, мы силу качнем, фиг, вообще будем что-то проходить. А эти вообще закрытые некоторые. Такс, ну окей, окей. Глянем, что там у нас по героям. Два героя, ребят. Это коса и слайди. И Violent Scientist, божество. В принципе, неплохо. Так, где там наши? Божество, что у нас делается по божеству? Это уже опять, блин, не там лажу. 88 осколков, ну, дофигища еще, честно говоря. Дофигища нам надо ловить ее. Но попробуем. Ну, лис уже, спасибо. Спасибо, спасибо, но лис уже не настолько актуален. Так, два осколка мы получили. Зефир троечка. Восьмерочка, неплохо. Еще два лиса. А тут уже такие, знаете, расходники. Очень классно, мне понравился анонимки. Пират обалденный. Так, еще два осколка. Сейчас посмотрим, что в итоге у нас получится. Завтра как раз заканчивается. Итого 99. А ровно половина. Нифига себе. Видали, как надо долбить? Еще пару попыток бесплатных получили. 99 штук. Ну и, конечно, косу. Ну, косу, я думаю, мы и так соберем. Посмотрите, опять сколько разных плюх. Офигеть. Еще, нифига себе, еще плюс 3. Ремочка, СО. Супер. Да, вот такой вот у нас по чуть-чуть со всеми героями вырисовывается аккаунт. Такс. А ну-ка идем посмотрим еще на супер питомцев. Хо, тут ловить и ловить. Есть что ловить. Супер пэтом, они вообще у меня не тронуты. Вот так вот, только один Радиант Халк. Ну, я думаю, мы создадим отдельный видос я покачаю, расскажу, потому что многие ребята спрашивают по поводу суперпатов, что с ними делать, как их качать, что, куда, как. Так, Альфа-прайзер, зайду сюда, гляну, что тут у нас. Жмакнем, хоть что-то заберем.
В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Ждите прокачку имбы и будем дальше уже тестировать. Прокачивать по чуть-чуть аккаунт. Дофига, конечно, еще качать. Ну, никуда не денешься. Все, всем удачи, всем пока.